пакет. Значит, положение дел таково. Сейчас мы видим официальное сообщение Министерства обороны. Причиной данного сегодняшнего ЧП была диверсия. В данном случае уже понимаем, что происходит. У нас эвакуировано больше 3000 человек сегодня из населенных пунктов Майская и Азовская Джанкойского района. Размещены в ряде ПВР, в Победном, в данном случае в основном в школах. Размещаем сейчас полностью, размещено 121 человек, остальные к родственникам выехали, из них больше 20 детей. Пострадавших двое официально на сегодняшний день, это один человек с осколочным ранением и один с телесными легкой степени тяжести.